вариант первый, самый легкий чант, когда дети разучивают, можно сосредоточиться на том, в каком порядке хлопать, тогда слова запоминаются как бы самостоятельно. Итак, вариант первый – это мы стучим по столу, каждый индивидуально. Это хорошо для разучивания. Minty, minty, honey, honey, toast. Minty, minty, honey, honey, toast. Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Это первый вариант. Второй вариант можно сразу сделать, сразу крест-накрест сделать. Это будет быстрее и сложнее. Minty, minty, honey, honey, toast. Minty, minty, honey, honey, toast. Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Попробуйте повторить. Enjoy. Либо можно сделать детей в пары и хлопать вместе. Это еще усложнит задание. Minty, minty, honey, honey, toast. Minty, minty, honey, honey, toast. Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Я думаю, детям очень понравится. Это простой чант, но он подойдет для trick or treat. Можно ходить, и когда говорят trick, вместо treat, можно продемонстрировать этот чант. И тогда конфеты и сладости обеспечены.